Дорогие девочки, извините, пожалуйста, очень-очень много работы перед Новым годом. Срочная распродажка с нормальной приличной скидкой, со старым курсом. Здесь курс 78-75, не 95 и не 100. То есть экономите прилично. Это вискоза, сделанная под габардиновую дорожечку. Смотрите, какая красота. Какое качество, какое чудо. Это бренд, это Турция, это фабричная Турция. Я ее уже показывала. Осталось у меня размерчики только 50, 52 и 54. В Москве нет ни в одном магазине. Просто сказка. Девчонки, идет закрытие магазина. Работаю приблизительно до 20 января. Все мои клиенты, все мои постоянные клиенты, девчоночки, я вас всех жду. Почему я это делаю? Потому что для того, чтобы привозить хорошее качество, растет курс доллара, мне надо экономить, прилично экономить. Я экономлю на аренде. Я ухожу из этого торгового центра, и у меня будет совершенно другая аренда. Маленькая, скромная. Я все равно много работаю, много болтаю, подбираю сама. Здесь товара много, его практически не видно. И, в общем, короче говоря, ангелы уходят в небо. Девчонки, жду. Спасибо.